Валерия Гай-Германика стала режиссером клипа певицы Тома на песню «Мой космос». Премьера кинокартины запланирована на конец мая. В 5-минутном видео уместилась большая человеческая драма. Тут все, как любит Гай-Германика. Знакомая по фильму «Все умрут, а я останусь» и сериалу «Школа». Любовь – самое сильное чувство, которое иногда толкает на самые безумные поступки. Валерия призналась, что на драматическую историю любви, рассказанную в этом смелом музыкальном видео, ее вдохновили личные переживания и истории ее подруг. Звонок в дверь, мне подруга говорит: «Лера, там стоит и в глазок деревянный пистолет сует». Помимо использования драматургии в клипе, текст песни «Мой космос» стал своего рода призывом для молодого поколения о том, что тренд на чистую и искреннюю любовь продолжает жить. Эта песня романтичная, но при всем при этом она с очень большим внутренним потенциалом драмы. И драматическая нота в ней максимально присутствует. За подбором актерского состава клипа лично следила Валерия Гай-Германика и проводила строгий кастинг на каждую роль. Однако образ молодой учительницы, в которую влюблен главный герой кинокартины, был внезапно придуман во время съемок клипа. Вот мы сидели за столом, и там сидели еще как вот педагоги сидят, и мы стали как-то на съемках обсуждать, придумывать, кто эти педагоги. Предпремьерный показ клипа прошел в кинозале «Романов Синема», где сама певица Тома впервые смотрела клип на свою песню. После показа Тамара не смогла сдержать эмоций от увиденного. Для меня это большое удовольствие, то, что я сегодня увидела. Я опять плакала. Задеть за живое, показать не самую идеальную сторону школьной любви и вызвать бурю эмоций у автора клипа однозначно получилось. Главное, чтобы кинокартина нашла отклик в сердцах слушателей и подарила незабываемые эмоции.